Проверим сейчас с вами связь. Делаем мы это следующим образом. Напишите, пожалуйста, в чате, какой регион вы представляете. Я буду понимать, что вы меня хорошо видите, хорошо слышите. С кем мы еще не знакомы? Меня зовут Васильев. Я являюсь одним из предпринимателей, одним из топовых лидеров команды BMD21. Так, приветствую. Владарск, Кировская область. Так, отлично. Алтайский край, Чувашский регион. Так, отлично. Приветствую, друзья. Московская область. Здравствуйте. Казань, приветствую, Татарстан. Итак, ну, огромное количество регионов, я так понимаю, хорошо видно, хорошо слышно. Еще раз, меня зовут Эдуард Васильев, я предприниматель, один из топовых лидеров команды «Бизнес-модель 21 века». Сегодня у нас тема «Виды заработка, виды дохода». Давайте договоримся следующим образом. Очень будет много цифр. Если кто-то не особо любит цифры, сразу хочу вам сказать, вот все просчеты, которые я сейчас буду вам показывать, все это делает компьютерная система, вам не надо все это рассчитывать самостоятельно, поэтому можете, то есть, ну, никоим образом не напрягаться, то есть компьютер все это будет считать самостоятельно. Для тех, кто будет смотреть в записи, дорогие друзья, давайте договоримся вот о чем. Если вам что-то все останется в ходе моего объяснения непонятным, вы обязательно зададите те вопросы своим наставникам. Договорились? Запомните, самая трудная работа – это та работа, которую ты не понимаешь. Точка. Еще раз повторюсь, самая трудная работа – это только та работа, которую ты не понимаешь. Сделайте для себя, пожалуйста, все здесь понятно. Итак, поехали. Всех, кого мы приглашаем в свою команду, в этот бизнес, мы приглашаем на заработки. Я никого не зову сюда дешевле умываться, я никого не зову сюда просто, ну, тусоваться и так далее. Хотя это все здесь есть, присутствует. Мы сразу приглашаем по максимуму, получать все по максимуму. Вот есть такое выражение, начинайте, если хотите, чтобы дело завершилось успешно, начинайте. Сейчас я еще раз скажу. Если вы хотите, чтобы какое-то дело завершилось успешно, начинайте его с конца. Ну, вот чтобы это было понятнее, приведу такой пример. Скажите, с чего вы начнете строительство, например, загородного дома? Вот с чего бы вы начали строительство своего загородного дома? Совершенно верно. Спасибо большое, спасибо за помощь. С проекта, совершенно верно. Проект дома. Каждый из нас бы сделал бы свой проект, это однозначно. И только потом бы, да, то есть вы бы начали закладку фундамента и так далее, так далее, так далее. Поэтому очень важно иметь чертеж, иметь план конечного дома. Никто из нас, когда покупает куда-то билет, например, вам нужно из какой-то точки доехать до... Ну, например, до Москвы, да, Чебоксар, с Алтайского края, с Казани и так далее, так далее. Никто из вас не покупает билет с промежуточными отрезками. Каждый из вас покупает сразу билет до конечного пункта назначения. Вот что является конечным пунктом назначения, то есть в нашем бизнесе, да, одним из таких крупных станций, условно говоря, то есть это звание бриллиантового директора. То есть по-простому объяснить очень легко, то есть это задача создать 6 директорских команд. То есть 6 директоров, 6 самых надежных ключевых бизнес-партнеров. Обратите внимание, вот это минимум. Наверное, спасибо Мухлисову, что поддерживаете. Это минимальная планка. Что означает директор? Начнем с этого. Доход, средний доход от 250 тысяч рублей в месяц. Это только единовременными премиями вы получаете 17,5 тысяч долларов суммарно. Это 2 раза в год отдых, оплаченный за границей на 2 лица. Это финансирование, автофинансирование автомобиля с 1 900 000 премиум-класса. Это VIP-участие во всех мероприятиях. Вот дайте обратную связь, пожалуйста, в чате, те, кто смотрит в записи, ну просто задайте себе вопрос. Как вы считаете, имеет смысл ради этого обучиться новому, поработать по-серьезному год-два, чтобы выйти на такие уровни? Заметьте, я никого не зову на халяву, я никому не говорю, что здесь ничего не надо делать. Я каждого человека приглашаю сюда много работать. Работать не бестолково много, а работать с умом. Поэтому
Грантовые и золотые конференции два раза в год, как я вам говорил, это самый высокий уровень отдыха. Например, это 2017 год, у нас будет отдых, ну вот в ближайшей, точнее, в ближайшей конференции, это будет круизный лайнер по Средиземному морю, по четырем странам. Ну вот делайте выводы. Это, как я говорил, бриллиантовый директор, это возможность выбрать из четырех марок BMW, Mercedes, Audi, либо Lexus. Вот напишите в чате, какую марку вы предпочитаете. И уже сейчас задумываетесь, да, какой автомобиль вы себе подберете, когда закроете звание бриллиантового директора. Итак, а теперь о видах дохода, которые здесь есть. В нашем бизнесе всего 8 видов заработка. 8. Я начну с малого, да, то есть мы будем идти к большему уже. Итак, первый вид заработка – это экономия. Заметьте. Экономия. Что такое экономия? Каждый из нас, регистрируясь в этом бизнесе, получает доступ к оптовым ценам. Мы с вами покупаем как минимум на 20% дешевле от цены, то есть, которая указана в рознице, да, в каталогах, соответственно. Вот умные люди всегда говорят, сэкономленные деньги – это заработанные деньги. Второй вид заработка. Есть люди, которые умеют и любят продавать, то есть они вот, ну, любят это делать. Дайте, пожалуйста, в чате обратную связь, кто из вас будет тоже продавать, умеет это делать, нравится вам это делать. Но вот по статистике говорят, таких людей примерно 5%. То есть из 100 человек, условно говоря, 5 любит заниматься продажей. То есть вот я не продавец, могу сразу сказать, да, то есть вот, ну, Инар, вот у меня получается, да, не умею, не люблю, кто-то пишет. Это не главный вид заработка, еще раз, почему вид заработка есть, еще раз. Повторюсь, 5% людей умеют делать и даже любят это делать. И вот компания им, терпеть не могу, подать, компания им предлагает как раз такую возможность. Поехали дальше. Третий вид заработка. Вот сейчас мы будем по-серьезному уже, хорошо? Вот сейчас советую даже, ну вот Алексей пишет, люблю продавать. Третий вид заработка, помечайте. Возврат от 3 до 22% с личных объемов покупок. Компания нам возвращает с личных объемов от 3 до 22%. Что это такое? Давайте сейчас мы с вами с этим разберемся. Хорошо? Итак, обратите внимание, товарооборот у нас в компании считается в балловых единицах. Для чего это сделано? Для простоты подсчета. Сейчас объясню. Так как мы с вами можем приглашать людей из 50 стран мира, то есть помимо 85 регионов России, плюс еще 50 стран мира. В каждой стране своя валюта. Казахстан, тенге, Украина, Белоруссия, белорусские рубли, ну и так далее, так далее. Вот как считать общий товарооборот вашей команды? Ну, согласитесь, очень сложно. И тогда фирма приняла решение сделать так. Давайте мы сделаем следующим образом. Каждому продукту назначим определенную стоимость в баллах, и в каждой стране сделаем свой курс балла. В Украине свой курс балла, в Белоруссии свой, в России свой. В России один балл равен примерно 40 рублей. Но так как вот эту, на этом вебинаре сейчас представители разных стран мира, и запись, я уверен, будут смотреть представители разных стран мира, я для простоты беру, что один балл равен примерно 1 доллар. Поставьте в чате плюсик, если я смог это понятно объяснить вам. Почему один балл 1 доллар? Чтобы было понятно всем, всем регионам. Итак. Таблицу вы видите, да, таблица премиальная, от 3 до 22%. То есть, если вы сделали личный товарооборот от 450 баллов, то это возврат 3%, ну и так далее, так далее. Ну вот смотрите, например, вы сделали личный товарооборот 200 баллов, вам фирма с этого возвращает 3%. 200 баллов – это 200 долларов, по-другому 6 долларов. Если вы сами сделали личный товарооборот 3000 баллов, ну вот сейчас предновогодние праздники, я знаю, что люди, кто любит продавать, как мы говорили уже этого, они легко делают 3000 баллов личных там на корпоративных заказах и так далее, и так далее. То есть 3000 баллов – это 3000 долларов, 15% возврат – это 450 долларов. Ну, соответственно, если вы сделали лично 70 тысяч баллов, то возврат 22%. Это 1650. Дайте обратную связь, пожалуйста, в чате. Смог ли я это понятно вам объяснить? Итак, третий вид заработка – возврат 3 до 22% с личных объемов покупок. Отлично, разобрались. Поехали дальше. Четвертый вид заработка. Фирма говорит, не обязательно делать большие товарообороты одному. Ты можешь команду строить, людей приглашать. Мы с вами
выбрали модель быстрого роста. В чем идея модели быстрого роста? Мы с вами методику команды Круценко. Я еще раз хочу ее напомнить и даже вот нарисую вам. То есть как мы строим с вами наши 6 команд? Вначале все вместе строим, да, свою первую команду. Вы это делаете вместе со своим наставником. Все регистрации делаем в одну цепочку, друг за другом. Понятно, да, идея? Вот когда вы строите свою первую команду, ваша задача очень быстро обучиться всем основным функциональным задачам, как делать личный товарооборот, как приглашать людей, проводить планерки, как обучать своих новых партнеров. Дальше вы начинаете уже строить свою вторую команду. Я сейчас не буду тратить на это долгое время, у нас есть отдельное обучение, как правильно выстраивать эти 6 команд. Хорошо, есть даже видеозаписи. То есть, кому это интересно, обязательно свяжитесь с наставниками, они вам дадут видеозаписи, доступы к этим обучениям. Итак, давайте разберем вот этот четвертый вид заработка. Смотрите, например, вот ваша первая команда сделала суммарный товарооборот 1000 баллов. Ну, там, например, 10 человек сделали товарооборот по 100 баллов. Всего получилось 1000. Вы сделали личный товарооборот 200 баллов. То есть в сумме у вас получилось с командой 1200 баллов. Давайте смотрим по таблице премиально. Вам фирма вернет с личного товарооборота с 200 баллов 9%. И с группового товарооборота вы получаете разницу. То есть у вас 9%, у вашего партнера, у первой команды 9%. Разница сколько? Ноль. Совершенно верно. То есть с товарооборота первой команды вы получаете 0%. То есть нисколько не получаете. Вот мне очень интересно, когда я вживую такие встречи провожу, видеть глаза новых партнеров. Они говорят, нифига себе тут. Ну, я читаю прям по глазам. Деньги приглашали зарабатывать, да, то есть, а тут говорят 0%. Я говорю, не торопись. Еще раз обращу внимание, пока мы с тобой строим первую команду, ты обучаешься. Поставьте, пожалуйста, восклицательный знак в чате, если это понятно объясняю. Ребята, первой команды, еще раз говорю, твоя задача, он очень быстро обучиться принципам. Слово «быстро» каждый понимает в меру своей испорченности. Для кого-то быстро это 1-2 недели, для кого-то быстро 2-3 месяца, а для кого-то быстро это 1-2 года. Поэтому решайте для себя, с какой скоростью вы хотите расти. Следующий пример, опять же. Теперь, например, вы начали строить уже вторую команду, у вас две команды. Понятно, да, идея? То есть у вас, вот они, две команды. Давайте разберем. Первая команда сделала товарооборот 5200 баллов. Смотрим. Это от 5 до 7500 баллов, 18%. Вторая команда сделала, например, товарооборот 3400 баллов. Смотрим. От 3 до 5, это 15%. В сумме у вас получилось 5200 плюс 3400, 8600 плюс ваших 8800. Видите, да, все, что больше 7500 баллов, это 22% премиально. Теперь смотрим, что вам компания выплачивает. Вам компания выплачивает 22% с 200 баллов. Компьютер это посчитает. 200 баллов, это 200 долларов, можете посчитать. От 200 долларов вы получаете 22%, ну это 44 доллара. Дальше идем. Что вам компания выплачивает с группового товарооборота? Разницу в процентах. У вас 22%, у вашего партнера 18%. Разница сколько? 4%. То есть вы получаете 4% от чего? От 5200 баллов. То есть от 5200 долларов по-другому. Но можете посчитать, у кого хорошо с математикой, да? От 5200 долларов 4% это будет там 200, по-моему, 200 с небольшим долларом. Дальше. Вторая карта. Команда, у вас сделала 3400, это 15%, да, у вас 22. 22 минус 15, это 7%. Вам выплачивают 7% от 3400. Можете посчитать, это будет там около 200, там почти 230 долларов. Понятен механизм, как идут выплаты. Вот чем удобно вот это понимание, когда ты понимаешь, как идет начисление премиальных, ты можешь просчитать свой будущий доход. Еще раз подчеркну, если кто-то из вас не особенно любит цифры, ребят, не запаривайтесь, все будет считать компьютер. И если что, есть всегда наставники, которые в цифрах хорошо разбираются, и мы вам обязательно все это досконально объясним. Только давайте договоримся, вы смело задаете вопросы.
По телефону, в личке пишите обязательно. Хорошо? Договорились? Поставьте, если договорились. Кто в записи смотрит, я уверен, что мы с вами договорились. Смело задавайте вопросы. Мне задавайте, прямым наставникам своим задавайте вопросы. То есть сделайте для себя здесь все понятно. Обязательно. Хорошо, с этим разобрались. Поехали дальше. Теперь смотрим. Один из ваших ключевых бизнес-партнеров, например, сделал товарооборот более 7,5 тысяч баллов. 7,5 тысяч баллов – это 22%. Смотрите, у него 22 и у тебя 22. 22 минус 22 – это 0% разница. Что, опять 0% получает? Ничего подобного, ребят. И вот тут есть пятый вид заработка. Фирма говорит, вот за таких партнеров, которых вы выведете на уровень премиальных 22%, мы вам будем за них по-особенному платить. Пожизненно 5% с товарооборота лидеров первого уровня. Ну вот смотрите, да, например, один из партнеров со своей командой сделал групповой товарооборот 10 тысяч баллов в сумме со всей группой. Вам фирма с этого товарооборота будет платить 5%. Вот посчитайте, от 10 долларов 5% это сколько? От 10 тысяч долларов 5% это сколько? У кого хорошо с математикой, посчитайте. От 10 тысяч долларов 5% это сколько? Ну вот напишите в чате. 500 долларов, совершенно верно. 500 долларов. Это в 3 недели, а выплата у нас каждые 3 недели. Умножьте на 17 раз в году минимум. Сколько это получается в год? 8,5 тысяч долларов. А если команда делает не 10 тысяч баллов, а если делают они 20 тысяч баллов, 30 тысяч баллов, что с этой суммой? А если таких у вас команд не одна, а две, а пять, а если 10 таких команд? Сразу хочу сказать, мы всех абсолютно приглашаем вот на такой вид заработка. Я никого не зову на процентные уровни. Я каждого из вас приглашаю вот на этот пятый вид заработка. Дайте обратную связь, если это понятно объяснил. Кто с этим согласен? Я никого не зову на экономию, я никого не приглашаю на просто заработать там на разнице в каталоге. Я никого не зову просто на процентный уровень. Процентный уровень – это этапы обучения. Я всех приглашаю создавать вот такой бизнес на пятый вид заработка. Понятная идея? Некоторые говорят, там, а что у вас там, мой человек, там, мой знакомый, там уже месяцев, он еще там ничего не зарабатывает больших денег. Я говорю, а что вы в институте на пятом месяце учебы не предъявляли там декану, что вы еще зарплату не получаете? 5 лет учатся, а потом еще не работают по своей специальности и ничего. То есть, ребят, еще раз повторюсь. Вот главный ориентир. Создавать вот такие команды. Выводить команды, свои команды на уровень 22%. Поставьте восклицательный знак в чате, если мы с вами договорились об этом. Вот на какие результаты мы вас зовем. Вот на какие уровни мы вас зовем. И вот как мы будем с вами работать на это. Поехали дальше. Вот это называется, дорогие друзья, вот это называется резидуальный доход. Что такое резидуальный доход? Запомните, в мире существует только два вида заработка. Линейный доход и резидуальный доход. Что такое линейный доход? Это когда за один раз выполненную работу ты деньги получаешь один раз. Ну, например, месяц отработал, зарплату получил за этот месяц отработанный сколько раз? Один раз. Понятная идея? Например, да, купил где-то квартиру подешевле, перепродал ее, доход получил один раз, купил автомобиль. Где-то, да, перепродал его, доход получил один раз. Это линейный доход. То есть, получается, линейный доход есть только пока работаешь. Резидуальный доход – это когда за один раз выполненную работу доход многократно. Ну, банальный пример резидуального дохода – Юрий Антонов. Юрий Антонов – знаменитый композитор. Написал много классных композиций и запатентовал их. За каждое использование его композиции где-то ему платят процент. Он, может быть, эту музыку писал, да, там, одну ночь. Но за один раз хорошо проделанную работу деньги он получает сколько раз? Вот напишите в чате. Вот сколько раз ему за эту один раз проделанную работу платят деньги? Задумайтесь об этом. Я понял в свое время, что я не Юрий Антонов, но не смогу я так вот написать. Понятно, да, идея композиции? Вот здесь же мы с вами один раз ты хорошо отработал с одной командой,
Это один раз, ребят, это не один день, не один час. Один раз, это означает, один раз, может быть, ты полгода хорошо работал, а денег тебе сколько раз будут платить? Вот напишите в чате, сколько лет ты будешь получать? Сколько десятилетий ты будешь получать? Понятная идея? Вот чем мне восхищает этот бизнес. Вот на какую идею мы зовем. Я готов отработать год, два, три с любой из команд своих, чтобы потом, да, как вы пишете правильно, всю жизнь многократно получать за один раз хорошо выполненную работу доход. Поэтому, ребята, еще раз говорю, никогда не ищите место, где нужно мало работать. Ищите место, где за один раз хорошо выполненную работу будут платить много раз, и самое главное, чтобы компания, с которой сотрудничать, была надежной. Надежность измеряется только времени. Поэтому вот это очень важно понимать. Шестой вид дохода. Вот я когда его увидел, я понял, что в руководстве дураков не держали, остается. Это вот однозначно. Вот Ростислав правильно подсказывает. Всю жизнь и еще впоследствии останется наследником. Шестой вид дохода. Обратите внимание. Скажите, вот этот партнер вышел у вас на уровень 22%, так? А ему выгодно, чтобы у него были 22%-ники? Конечно, потому что ему будут 5% с их товарооборота платить. Скажите, а ему выгодно, чтобы у него были лидеры, которые выйдут на 22%? А ему выгодно, чтобы были? И вот тут фирма, очень классную штуку, фирма говорит, мы вам будем платить 2% с товарооборота лидера второго уровня. 0,5% с товарооборота лидеров третьего уровня. 0,25% с товарооборота лидеров четвертого уровня. 0,125% с товарооборота лидеров пятого уровня. И 0,0625% с товарооборота лидеров шестого уровня и ниже. Скажите, пожалуйста, выгодно вам работать с 10 уровнем, с 20 уровнем, с 30 уровнем, с 100 уровнем, с 200 уровнем, с 1000 уровнем своей организации? Выгодно вам, чтобы у вас было в 100 уровне такие лидеры? Понятная идея? Ребята, посмотрите на это внимательно. Смотрите масштабнее, смотрите серьезнее на этот бизнес. И вот я сейчас перед собой ставлю задачу, чтобы каждый партнер в моей команде, абсолютно каждый, обязательно узнал про все виды дохода, которые здесь есть. Обязательно. Поставьте восклицательный знак, если понятно объяснил про шестой вид дохода. Вы понимаете, что, да, процентик-то маленький вроде бы кажется, но с большего количества групп. Ведь обратите внимание, посмотрите серьезнее. Посмотрите очень серьезнее. А у него же может быть этих групп не одна, а шесть. А если у этих шестерых свои по шесть, вот смотрите, у него шесть, то здесь во втором, в третьем уровне для вас 36, здесь 216, здесь 296. Понимаете, в чем? Поехали дальше. Седьмой и восьмые виды дохода. Седьмой вид заработка, кто записывает, запишите себе. Это бонусы за активность. Восьмой вид заработка – это за карьерный рост. Что это такое? Сейчас расскажу подробнее. Вот седьмой и восьмой вид заработка, еще раз повторю, седьмой вид заработка – бонусы за активность. Активность в этом бизнесе дается и притом вознаграждается финансово. Восьмой вид дохода – карьерный рост. Компания прекрасно понимает, есть люди, кого помимо денег еще мотивирует признание. Вот дайте обратную связь, кто бы хотел получать признание за свою хорошо проделанную работу. Что такое признание? Вот вам на работе за хорошую работу больше ругают или хвалят? Понятно, да, где-то по найму. Вот очень часто мне говорят, да, что на работе, даже если ты сделал работу хорошо, дай бог, чтобы не отругали. То есть, а чаще всего даже не замечают. Сейчас поговорим подробнее обо всем этом. Вот это карьерная лестница компании. Что такое карьерная лестница? Сейчас объясню более детально. Смотрите. Первая ступенька такая серьезная. Вот когда вы вышли на уровень 22%, вы получаете статус старший менеджер. То есть старший менеджер – это лидер, кто вышел на уровень товарооборота 7,5 тысяч и более. Когда вы этот результат подтвердили 8 каталожных периодов,
из 17 в году. Может быть подряд, может быть, да, то есть не подряд, но 8 из 17 в году. Вы получаете другой уровень, называется он директор. Этот уровень называется директор. Какие привилегии получает директор? То есть вы показали, что вы не случайно сделали этот результат. Вы получаете единовременную премию $1000. Вы получаете автобонус. Фирма готова вам финансировать покупку автомобиля до 700 тысяч рублей. Есть специальная автопрограмма. У нас в команде уже более 120 партнеров ездят на своих автомобилях. Дальше. Директор получает приглашение на банкет директоров на два лица. Например, в России это проходит в Москве, в одном из крутейших мест. Знаменитые ведущие, звезды эстрады, в один из моментов вечера называют ваше имя, вас приглашают на сцену и вам вручают чек в $1000. Вот я всегда говорю, этот бизнес – это не только доходы, это еще и мощное признание, это классный отдых, очень высокий уровень жизни. Идем дальше. Что нужно сделать для того, чтобы расти дальше по карьерной лестнице? Когда у вас в команде появляется первый директор, вот первая команда, и стал директором, вы получаете статус старший директор. Старший директор, вот раньше этого звания не было. Вот видите, да, у меня даже на слайде тут нет чека $1500. Недавно ввели это звание. Когда у вас один директор в команде, вы получаете чек на $1500. И звание старший директор. Когда у вас таких директоров два параллельных, подчеркну, параллельных это означает вот две команды. Вот первая и вторая. Поставьте плюс, если это понятно. Вот две команды параллельные. Сделали 22%. И подтвердили, что не случайно этот сделали результат. Они стали директорами. Вы получаете статус в этом случае. Золотой директор. Золотой директор получает чек на $2000. Золотой директор получает приглашение на международную конференцию. Как я говорил, да, вот, например, в этом году мы были на Кипре. Это полностью оплаченный отдых компании. Перелет, проживание, экскурсии, все за счет фирмы. В следующем году, в 2017 году, в сентябре, это будет круизный лайнер по Средиземному морю. Но вот я сейчас хочу взять паузу. Вот задумайтесь, пожалуйста, в каком случае вы станете золотым директором? Вот напишите, пожалуйста, в чате, в каком случае, вот как вы поняли, станете золотым директором? Вопрос немножко обескураживает, я понимаю. Но я когда понял ответ, ты станешь золотым только в том случае, если поможешь двум людям стать директорами. Спасибо большое за ваш ответ. Если ты поможешь двум партнерам стать директорами. Ребят, запомните. Вот быстро в этом бизнесе растут только те, кто думают не о своем результате, а о результате своих партнеров. Как бы это красиво ни звучало, вот есть, я вот 15 лет в этом бизнесе, и я всегда вижу людей, которые это просто говорят, и я всегда вижу людей, которые на это работают. Поставьте восклицательный знак, если смог это понятно объяснить. Есть люди, просто красиво говорят об этом. А есть люди, которые своими действиями показывают, что они не на свой результат работают. Они на самом деле хотят помочь двум своим партнерам стать директорами. Вот первый партнер у нас, кто стал директором, это был мой родной брат. Второй партнер был, это наша одноклассница. Кто будут ваши первые два директора? Вот напишите в чате, кто будут ваши первые два директора? Кто это будут? Может быть, вы сейчас имя напишите, может быть, вы напишите, кто по родству этот вам человек. Понятная идея? Вот если вы правильно выставите вот себе здесь в голове фокус, тогда у вас все будет хорошо. Будут первые два директора. Поняли идею? Не один, а первые два директора. Следующее. Когда у вас в команде три директора, это звание старший золотой директор. Спасибо большое, спасибо, друзья, что пишете. Три директора. Смотрите, три директора параллельно. Первые два у вас есть уже, плюс третий. Еще один. То есть вы получаете чек на $3000.
Доход старшего золотого директора составляет около 100 тысяч рублей в месяц. Когда у вас таких директоров 4, это звание сапфировый директор. Обратите внимание, обвожу это звание. Сапфировый директор. Еще плюс одну вы группу прибавили. То есть у вас в сумме 4 команды. 4 тысячи долларов единовременная премия. Доход месячный более 130 тысяч. Месячный доход, подчеркну, более 130 тысяч. Когда у вас таких команд 6 команд, директорских 6 команд, вы получаете чек на 6 тысяч долларов. У вас в сумме стало 6 команд. Чек на 6 тысяч долларов. Доход на этом уровне, мы уже говорили с вами об этом, от 250 тысяч. Фирма финансирует покупку автомобиля премиум-класса на сумму 1 миллион 900 тысяч. С уровня бриллиантовый директор поездки уже в январе месяце. Это уже эксклюзивный отдых. Вот, например, 13 января, ровно через месяц получается как раз, мы отправляемся на нашу очередную бриллиантовую конференцию. Это будет Майами, Флорида, Соединенные Штаты. Полностью оплаченная поездка компании. Ребят, мы даже офигели, в хорошем смысле, я уж просто в восторге в таком. Нам даже компания оплатила перелет в Москву, в посольство, для того, чтобы мы съездили получить визу. То есть все оплачено компанией, перелеты, проживание, подчеркну еще раз. Для этого нужно помочь 6 людям стать директорами. 6 человек. Вот поэтому себе уже тоже прикидывайте, да, кто будут эти люди. Может быть, да, скорее всего, первые 2 команды, 3 команды, это будут ваши друзья, знакомые, родственники. А дальше, скорее всего, это уже придут люди, которые придут ваши результаты. То есть те люди, которые, может быть, сразу за вами не пошли, а пошли только впоследствии. Обратите внимание, бриллиантовый директор – это еще не потолок. Когда у вас команд 8, старший бриллиантовый, чек на 8 тысяч долларов. Когда таких команд 10, дважды бриллиантовый, чек на 10 тысяч долларов, примерно такой же доход месячный. Когда у вас таких команд 12, это звание исполнительный директор, чек на 24 тысячи долларов. Обратите внимание, по курсу все исполнительные директора за границу уже ездят, путевка на 4 лица, и им финансируется покупка автомобиля стоимостью более 3 миллионов рублей. Ребят, вот дайте обратную связь, скажите, пожалуйста, мотивируют такие вознаграждения? Вы знаете, вот что мне здесь нравится? В этом бизнесе никто не будет смотреть на длину твоих ног. В этом бизнесе по барабану, какое у тебя образование. И здесь все четко, сильно, прозрачно. Тут все видно и все прозрачно, обратите внимание. Ты четко видишь. То есть 7,5 тысяч баллов товарооборот подтвердил результат, получил звание директора. 2 команды директорские, ты золотой, 3 команды, старший золотой. То есть ты видишь четко, конкретно, за какую работу и сколько тебе будут платить. Если где-то работа по найму, я работал раньше в «Газпроме», кто не знает, то там очень часто, да, зависело от того, какие у тебя отношения с начальником, зависело очень много от того, да, то есть там, есть ли у тебя блат, нет ли у тебя блата. Я еще раз, тысячно раз повторяюсь, здесь никто не будет смотреть на длину ваших ног, на ваши дипломы, на то, какие у вас отношения с кем-либо. Здесь платят за конкретно выполненную работу, за конкретно сделанный результат. Еще раз подчеркну, автопрограмма. Вот дайте обратную связь, кого она мотивирует. Когда мне кто-то говорит, мне не нужен автомобиль, не нужен автомобиль, продай его, будут деньги. Ведь автомобили – это те же самые деньги. Согласны с этим? В любом случае. Поехали дальше. 2 директора в твоей команде, мы говорили, это золотые конференции. Вот у нас уже было с Наташей более 30 стран мира. И мы в некоторых странах были по нескольку раз. Ребят, я не из семьи, я олигарх. То есть мои родители из деревни родом. Вот кто понимает, о чем я сейчас говорю? Кто тоже не из семьи, я олигарх? Кому ничего на блюдечке не подавалось в этой жизни? Поэтому, ребят, еще раз повторюсь. Если уж мы смогли, то любой, абсолютно любой человек это сможет. Вот это, например, фотография с Мексики. Вот эта фотография из Кении.
Да никогда бы я не побывал в этих странах, никогда бы мы с Натальей не смогли там оказаться. Это Сингапур, 57 этаж, отель, на крыше которого бассейн. Ребят, представляете? 2 года назад это было, бриллиантовая конференция, 23 января, как сейчас помню. И я помню, когда я сидел там в бассейне, я сам себе говорил, вот если бы я в свое время не принял правильное решение, то я бы сейчас в зиме где-то работал бы по найму за зарплату в лучшем случае в 30-50 тысяч рублей, это в лучшем случае. Понятно, да, идея? Либо, то есть принятое правильное решение и делались правильные функциональные задачи. В итоге такой результат. Дорогие друзья, вот если пишете, запишите себе, либо запомните. Посмотри на результаты своих наставников, это то, что ожидает тебя. Посмотри на результаты своих наставников, это то, что ожидает тебя. Мы никому из вас не обещаем легкости, но мы каждому из вас гарантируем жизнь обеспеченную, жизнь интересную, жизнь оплачиваемую. Еще раз повторюсь, да? То есть меня вот, например, мотивируют автомобили. Сейчас их у меня два. То есть один Mercedes и один Touareg. Все оба автомобиля в полной комплектации. Автомобиль Mercedes — это была моя мечта. Е-класс купе. Понимаете, это автомобиль не необходимость. Это автомобиль мечта, я его называю. Мечты нужны для того, чтобы их осуществлять. Кто согласен? Дайте обратную связь. Да, это экономически может быть невыгодно. Когда некоторые говорят, то есть это невыгодный автомобиль экономически, я говорю, согласен. И выгоднее было бы купить там квартиру, сдать ее в аренду или еще что-то. Но это автомобиль мечта. Вот я вас приглашаю в этот бизнес для того, чтобы вы здесь осуществляли свои мечты. Понятная идея? Поэтому я каждому рекомендую, составьте список своих мечт, разбудите в себе эти мечты, вспомните, что вы на самом деле хотели, вспомните, ради чего вообще имеет смысл жить. Ведь не в жизни, это не просто в понедельник пойти на работу, чтобы было на что купить, да, то есть там еду, чтобы поспать, чтобы опять пойти во вторник на работу и вот так вот 5 дней для того, чтобы потом в субботу-воскресенье отдохнуть. Для чего? Для того, чтобы понедельник опять на работу. И 40-50 лет такой жизни. Сейчас есть другая возможность. Раньше не было. Сейчас она есть. Обратите внимание, вот какой сейчас отдых, доход, вернее, возможен в этом бизнесе. Сфотографируйте вот этот лайк. Спасибо, Александр. Круто, меня мотивирует. Я надеюсь, что окажусь на этой яхте по твоему приглашению. Для меня это была бы большая честь. Вот напишите, пожалуйста, сейчас в чате, какое звание вас мотивирует. Вот посмотрите, какой доход. Красным отмечено годовой доход, который сейчас. 1,5 года назад доход был меньше. Единственная компания, которая увеличивает выплаты, доходность. Вот посмотрите, какое звание вас активирует. Кого-то директор, в основном я вижу бриллиант, да, бриллиантовый президент вижу. Поэтому вот сами для себя определите планку, на какой уровень, да, то есть вы готовы работать. И сразу же уже прикиньте, сколько нужно для этого директорских команд создать. Отлично. Ну что, поехали дальше. Как образец, покажу примеры, несколько примеров. Как говорят, лучше показать несколько примеров, чем говорить миллион слов. Один из наших партнеров в команде. То есть все выплаты мы получаем официально через банк. Обратите внимание, индивидуальный предприниматель, Плешков Олег. Поставьте плюсик, если видно. Я обвожу вот. Обратите внимание. Сумма выплаты составила 197 тысяч рублей. Кто его знает, это молодой парень, которому 21 год, 22 года практически. 22 года, ребят. Доход почти 200 тысяч рублей. Да, это был его доход, когда ему выплатили, друзья, дополнительно выплатили к его месячному доходу 2000 долларов. По тому курсу. Нормально? Поняли идею? Сейчас его доход каждые 3 недели более 1000 без бонусов.
Только с доходами. Дальше идем. Обратите внимание, платежное поручение от 12 марта 2015 года. То есть это полтора года назад, почти два года назад. Ну, прикиньте, да, сколько сейчас он зарабатывает. Следующий пример привожу. Индивидуальный предприниматель. Замятина Анжелика. Тоже кто-то из вас ее знает. Девушка из Чувашии, которая благодаря этому бизнесу купила себе квартиру сейчас в Москве. 14 мая 2015 года официальное вознаграждение плательщика Oriflame, ООО Oriflame Cosmetics. Видите, сумма вознаграждения составила 187 тысяч рублей. Нормально? Поэтому, дорогие друзья, еще раз повторюсь, деньги нужно видеть. Большие деньги нужно видеть умом, своим умом. И в будущее надо свое смотреть тоже своим умом. Давайте подводить итог. Первый вид дохода – экономия. Второй вид заработка – за личные консультации по продукции. Третий вид заработка – за большой личный товарооборот. Четвертый вид заработка – за приглашение и обучение. Это называется за спонсирование. Мы это говорим за вашу работу с вашими людьми. Не за их работу, а за то, как вы с ними работаете. Пятый вид заработка – то, что вы обучили лидерству, предпринимательству. Шестой вид заработка – за то, что ваши лидеры, ваши ключевые партнеры стали учителями, и они уже других обучили всем навыкам предпринимательства. Седьмой вид дохода – премии за активность. И восьмой вид дохода – за ваши амбиции. Это разовые чеки за звание, это возможность путешествовать. А вот теперь у меня три вопроса ко всем. Кто из ваших знакомых знает о всех этих возможностях бизнеса? Второй вопрос. Кто им об этом расскажет? Не обольщайтесь. Иногда бывает, если вы не успели, это может успеть сделать кто-то другой. И третий вопрос. Что сейчас вы начнете делать? Часто, когда я рассказываю про эти виды заработка, выясняется, что большинство людей, кроме первых двух, экономии, продажи, и там может быть приглашение людей, ничего не знали. Мало кто знает обо всех возможностях. Поэтому возьмите эти слайды себе. Как только закончится это обучение, мы выложим их снова во все чаты. И начните рассказывать сами по этим слайдам своим знакомым, своим близким, через Skype. Скиньте по электронной почте или как-то еще, по телефону объясните, пускай он листает сам у себя на компьютере. Встретьтесь, покажите при личной встрече эти слайды, расскажите про все это. Еще раз повторюсь, включая, я всегда всем говорю, включайте мозги, включайте свой мозг. Большинство профессий через несколько лет уже не будет. Я каждому человеку, вот сегодня проводил с одним парнем встречу, я говорю, задумайся, нужна ли будет твоя профессия через 5, через 10 лет, задумайся об этом. Будут в твоей профессии повышать доходы, или она там будет обесцениваться в связи с тем, что идет автоматизация. Поэтому, еще раз повторюсь, включайте мозг. Что рекомендации еще, что нужно делать для того, чтобы был быстрый рост в этом бизнесе? Провести 300 личных встреч-собеседований. Когда вы проведете 300 встреч, я вам могу сказать, вы найдете по любому своих 6 ключевых бизнес-партнеров. Изучить 25 книг по этому бизнесу. Список литературы есть. И третье, посещать все обучения, обучаться. Когда я встречаю людей, которые говорят, я там был, у меня не получилось, я говорю, а сколько ты встреч провел? Выясняется, что на пальцах одной руки умещается. Я говорю, а сколько ты книг изучил? Выясняется, что вообще ничего не изучал. Я говорю, а сколько ты обучений посетил? Выясняется, что там единицы буквально. Я говорю, знаешь что? Все вопросы к человеку в зеркале. Это не халява, это бизнес. Кто согласен? Ставьте восклицательный знак. Вот для того, чтобы зарабатывать такие серьезные доходы, я говорю, вы что, блин, ребят, да работать надо, везде нужно работать. Здесь тем более нужно работать ради таких результатов. Еще раз хочу подчеркнуть, только выполнение четких действий приведет к четким конкретным результатам. Только так и никак по-другому. Ну что, дорогие друзья, желаю каждому из нас успехов, желаю вам конкретно, очень скоро, очень быстро, а слово «быстро» каждый из вас понимает по-своему, сделать так, чтобы все ваши знакомые узнали про все 8 видов дохода. Желаю всем.
нам успехов, отличного каталожного периода, больших результатов. Ребят, делай, все получится. А с деньгами ваша семья будет жить так, как на самом деле вы мечтали, так, как вы на самом деле достойны. Будьте счастливы. Всего хорошего. С уважением к вам, Эдуард Васильев. Пока-пока.